Эту красавицу зовут Сказка, и она арабской породы. Общение с лошадьми – это настоящий релакс. Верховая езда снижает стресс и тревогу, а также поднимает настроение. Лошадь – это животное необыкновенной грации, гармонии и красоты. Кони обладают сильной энергетикой, поэтому положительно влияют на физическое и эмоциональное здоровье человека. В честь профессионального праздника специальной пожарной охраны и в благодарность за их нелегкий труд руководители конно-спортивного клуба «Саров» организовали для детей-огнеборцев бесплатную верховую езду. Такая тетенька была добрая, что мне очень понравилось кататься. Я в первый раз катаюсь на таких красивых и хороших лошадях. Они добрые, милые, разного цвета. В конно-спортивном клубе можно профессионально заниматься верховой ездой. Для гостей организуют конные прогулки. Сюда с удовольствием приезжают как взрослые с детьми, так и школьные классы. И неудивительно, ведь кроме лошадей здесь встречают кошки, собаки и даже козочки. Сегодня понравилось такие ощущения, когда ты садишься на лошадь и каталась только на маленькой. Когда садишься на большую, это очень страшно, но весело. Она так трясется, ну хорошо. Сегодня понравилось, что тетя была добрая, с которой мы ехали, и лошадка была спокойная. Они добрые, они умные. Близость природы и общение с лошадьми приносит особенно много радости городским жителям. В конном клубе «Саров» приятно отдохнуть душой и телом. Ну, во-первых, это море положительных эмоций, и особенно для детей. Это знакомство с лошадью, это новое ощущение. Ну, для взрослых, я думаю, что просто приятная прогулка на свежем воздухе, встреча со знакомыми, с друзьями. Конно-спортивный клуб находится за третьим КПП и работает ежедневно с 15 до 19 часов. Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 987 750 91 13. Светлана Ярунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.